Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Строки, знакомые с детства каждому, со следующей недели зазвучат со сцены Ивановского театра кукол. Режиссер из Санкт-Петербурга Николай Боровков уже не первый раз работает с нашим театром. Премьера этой осени – «Теремок» по мотивам одноименной пьесы Самуила Яковлевича Маршака. Репетиции в самом разгаре. Мы хотим не вкладывать туда глубоких каких-то мыслей, потому что уже от глубоких мыслей устали, эмоции нужны просто, радость нужна. Должно быть и страшно, и весело, и такой тренажер души, театр для ребенка. И этим мы хотим заниматься. Никакого глубокого смысла искать не нужно, настаивает режиссер. Дети символы не читают. Им либо нравится и запоминается, либо нет. И главная задача тут не фальшивить. А это непросто, особенно если роль не одна. Поэтому и репетируют каждую сцену десятки раз. Петух, ежик. Вот. И самое главное, конечно, получается сыграть злого волка. И все это приходится делать почти... ну, одномоментно, вот так вот. Вот одну минуту ты работал волком, и тут же ты должен сразу переключиться на другого персонажа. Вот в чем и дорого вот такой опыт и вот ну, такая работа в этом спектакле. Спектакль рекомендован детям от 3 лет. Яркие персонажи непременно привлекут внимание малышей и уведут за собой в мир сказки. А там есть и чему радоваться, и за кого переживать. Например, за глупого петуха, которого умелой хвальбой умаслила плутовка лиса. Ты похожа на себя, петуха. Ты похожа на себя, петуха. Скоро съем! Я твои потроха! Режиссер Николай Боровков и сам больше похож на сказочного персонажа. Эдакий седовласый волшебник, который умеет исполнять детские мечты и готов научить этому ивановских актеров. Да если у нас не будет вот такой подробной жизни на сцене, то они останутся с холодным носом, потому что эмоции возникают только от конкретного дела какого-то, да, и актеры... профессиональные люди, они это понимают, они это знают, и это кажется со стороны просто, а на самом деле все это очень трудно. Самое простое – текст запомнить, и то, оказывается, еще не уложилось все. А плюс к этому тексту столько всего. Премьера «Теремка» в Ивановском театре кукол состоится 13 и 14 октября. Начало представлений в 11 и 13 часов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.